Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 12 на странице 69 рабочей тетради по математике для 4 класса автора Маро. Выполним умножение, используя письменный прием вычисления. 23 780 умножаем на 7. 8 на 6 – 56. 6 пишем, 5 запоминаем. 7 на 7 – 49. И еще 5. 54, 4 пишем, 5 запоминаем. 3 на 7, 21, плюс 5, 26, 6 пишем, 2 запоминаем. 2 на 7, 14. И еще 2, 16. Получилось 16 646. 63 700 умножаем на 4. 7 на 4, 28. 8 пишем, 2 запоминаем. 3 на 4, 12. И еще 2, 14. 4 пишем, 1 запоминаем. 6 на 4, 24. И еще 1, 25. И сносим 2 ноля. Получается 254 800. 124 657 умножаем на 3. 7 на 3 – 21. 1 пишем, 2 запоминаем. 5 на 3 – 15. Еще 2 – 17. 7 пишем, 1 запоминаем. 6 на 3 – 18. Еще 1 – 19. 9 пишем, 1 запоминаем. 4 на 3 – 12. И еще 1 – 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 2 на 3 – 6. Еще 1 – 7. И 1 на 3 – 3. 373 971. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.